возвратился Иисус в силе духа в Назарет. Здравствуй. Здравствуй. Пришел Иисус по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И позвали его прочесть из Писания пророка Исаии. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать время Господне благоприятное. Хорошо Он говорит. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Исполнилось Писание? Но только Мессия может осуществить все это. Откуда нам знать? Конечно, вы скажете мне присловие. Врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что ты совершал в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Этими словами Иисус заявил, что Он Мессия. Божий помазанник, посланный спасти свой народ. Но эти евреи не приняли его как мессию и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пошел своей дорогой.